Итак, добрый день, девочки. Я сегодня одела для вас вот такое, ну, не для вас, для эфира, вот такое платьице. Я хожу последнее время в нем на работу. Очень мне надоели мои брюки. И я хожу вот в таких вот ботиночках и в теплых одеждах. Вот. Это платьице сшито мною давным-давно. Оно тоже очень простое. Здесь отрезная линия талии. Выточки переведены в талию. Плечики маленькие поставлены, плечо укорочено, вырез лодочка и присобрана головка на рукавчике. А сам рукавчик вот такой три четверти зауженный к низу. Вот так выглядит спинка на этом платьице. Замочек у меня находится сбоку, вот здесь вот с левого боку. Как-то маловато у меня было ткани, и поэтому я сделала вот здесь вот два шва. Вот это у меня рельефы вот отсюда идут. И сзади где-то вот тут вот, по-моему, два шва есть. Но не важно уже. Чтобы получилась небольшая сборочка. Так как ткань тяжелая, то она вот так вот отвисает и все. Это чистая синтетика. Самое интересное, здесь мои любимые вот такие вот кармашки. Я пришила с нижней стороны, вот здесь вот вставка, рельефы как бы, да? Я с нижней стороны, с изнаночки вот сюда пришила, вот так вот линия у меня здесь показана, но ее, конечно, не видно. Такой вот как бы фартучек на изнанке, и вот в этих швах оформила, так сказать, прорези. Получились вот такие вот, вот такой карман кенгуру. Я могу вот так вот ручку сделать. Видите как? Вот и все. Вот такое вот совершенно простое платьице, тоже удобное, не мнется, комфортное. И я его тоже очень люблю. Вы просили показать его покрупнее, поподробнее, что я с удовольствием для вас и делаю. Вот так вот оно выглядит сзади у нас. Всем всего доброго. До новых встреч. Всегда ваша Галина Коломейко. Приходите к нам учиться. С января начинаются новые занятия, новый набор всего два раза в неделю, два раза в год. Я его осуществляю осенью и зимой. Приходите к нам учиться.